Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасхакипасиндхубхевача Патитананг павунебхва вайшнавибхьо намо намаха Муканкароти вачаланг пангунланг хайтагирим Яткипатамханг ванде парамананандамадвам Бриндаваи тулсидеввай пиявай кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудира Шанкиртане Кришна Катхупадеша Гаурия Патрасша Пракасанеча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатупаль Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равинда Ятпада Паллаванакачандамани Чатая Бисфурджи, Токима Пигапападушва Дарши, Пурнану Рагура Сасагура Сарамуртихи, Сарадхикамай Кадакипам Каруши, Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда, Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламбита Бхужау Канака Бодату Шанкиртаной Кавитару Камала Айотакшо Вишам Бару Дижавару Джугадхар Мупалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Тада Синитам Бхаванурупенна сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бивуши кабам бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Вагиша Джасша Бадане Лакшми Джасша Чабхакшаси Джасьясте Хидай Самбихид Пам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе.
Нате видушарто готим хи вишнум дура саяде бахирартамани андхая тандуи рупаниаманам тео писичатанта мурдхам нибадья нате видушарто готим хи вишнум дура саяде бахирартамани Андхая тандхи рупаниаманам тео писичатанта мурдам нибадья. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру told. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что собирать какие-то материальные вещи, которые не имеют связи с Бхагавад-севой, это хроническая болезнь обусловленных душ. Гауди Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что хроническая болезнь обусловленных душ собирать что-то, что не имеет связи с Кришна-севой. То, что не имеет связи с Кришна-севой, вот люди заняты сбором таких вещей, и это хроническая болезнь обусловленных душ. И то, что не имеет связи с Кришна-севой, значит, все те вещи, которые они собирают для собственного удовлетворения, лабха, пуджа, пратишта и все остальное, это их, они не следуют Парамахамса Гуру Вайшнавам, они не следуют своему материальному уму, и поэтому материальные желания в них, поскольку как только вы принимаете прибежище у лотосных стоп Парамахамса Садгуру в подлинном смысле. И тогда, с тех пор вы почувствуете непривязанность, безразличие к материальным вещам. По милости Гуру Вайшнава, я имею в виду, если ваша дикша совершенна, и если ваше самопредание совершенно, нету никакой, никакого лицемерия, и в то же самое время вы принимаете прибежище лотосных стоп Парамахамсы Гуру Падмы. И тогда когда вы получаете дикшу, вы почувствуйте какую-то реакцию в вашем сердце. И люди не заинтересованы в Бхагавад-севе. Они говорят, хочу совершать Харисеву. Поскольку в каждой болезни имеет свой... И какие-то... И вот чистые гуру вайшнавы могут понять, кто хочет совершать баджан, а кто нет. Как доктор, хороший доктор может определить, болеть по пульсу, так и гуру вайшнавы могут, взглянув на человека, понять, кто есть кто. Харибаджан начнется в нашей жизни, когда мы полностью посвятим себя Бхагавану, когда Бхакта-джива полна анарт, то Харибаджан не может начаться, когда все анартхи уходят из вашего сердца. По милости гуру вайшнавов, то тогда настоящий Харибаджан начнется. Люди материалистичные. Если вы спросите меня, почему
они не заинтересованы в настоящем Харибаджане. Харибаджан – такой общий термин. Но если вы зададите конкретный вопрос, почему они не заинтересованы в том, чтобы совершать Харибаджан, почему они не заинтересованы в этом, поскольку у них есть какие-то материалистические представления о жизни, то они хотят результат сразу же. Они хотят результат сразу же, и таким образом они очень материалистичны, как торговцы. Если я спрошу вас, получили ли вы благословение вашей матери в детстве, мать, она благословила меня, или вайшнавы. Что такое благословение? Многие могут благословлять нас, как родители, так и вайшнавы, или еще кто-то. Можно ли это благословение измерить в килограммах? Люди настолько материалистичны, что хотят даже измерить благословение, которое им кто-то дает. Они не понимают, что это такое по сути. И вот материалисты, они слепы. С помощью своих органов чувств они хотят измерить Бхагавана. С помощью своих органов чувств они хотят измерить Гуру, Вайшнаву, Бхагавана, Даму, Наму, чтобы понять. И поэтому они не могут ничего достичь духовного. Что такое шастра? Если кто-то спросит меня, что такое шастра, что вы ответите? Шастра значит, с помощью наших органов чувств, то, что мы не можем осознать, это мы узнаем из этого источника, это зовется шастра. С помощью своих органов чувств и ума мы в общем, то, что мы не можем понять своими органами чувств, что находится за пределами их, это описывают шастры. А своими собственными попытками мы не способны понять и осознать это. И это зовется шастры как раз описывают то, что за пределами нашего понимания и воображения. А слепые люди, если не изучают шастры, они не могут понять значение шастры. Что описывается в шастрах, они могут читать книги, но не могут понять, поскольку абсолютная истина, она не не проявляется перед обусловленными душами. Мы должны зависеть от гуру вайшнавов, чтобы через этот правильный, авторитетный канал, через эту преемственность, это знание снизошло к нам и через наше самопредание с помощью Панипата, Парипрашны и Севы. И этот татвавид саду, он может дать нам. И тогда мы осознаем все. И у нас также должно быть настроение служения. И тогда и только тогда мы постепенно мы поймем. И вот, например, какой-то слепой человек хочет куда-то дойти. И вот он, некоторые берут палку и идут. Есть еще хромые люди, они не могут ходить, но могут видеть, а вот слепые, наоборот, могут ходить, но не могут видеть.
И вот если ну, вот если слепой объединится с хромым, то слепой может посадить хромого себе на плечи и таким образом может указывать слепому путь, а слепой может идти туда, куда он указывает. И вот шастра не подобны нашим глазам. И вот эти шастры, все садхугуру вайшнавы, они дают наставление нам. В соответствии с наставлением Писания, они дают нас, они показывают нам шастра, гуру и вайшнавы, они подобны нашим глазам. Они могут помочь нам понять, увидеть нашу цель и материалист, не видя цели, они не готовы что-то делать, не видя идеала, то, к чему нужно стремиться, они не хотят что-либо делать. И вот большинство людей пришло на путь баджана, но не знают, к чему они стремятся. Могут случайно прийти, не знают, что делать, куда идти, какой гуру может помочь им. И таким образом они в замешательстве. Они не могут понять, не могут осознать свои высшие цели. И это обязанность чисто гуру вайшнавов показать нам нашу высшую цель. Что вот это наша высшая цель, мы должны стремиться к ней, поскольку если мы не чувствуем интереса, если мы не осознаем суть садьявасты, нашу цель, то зачем нам стремиться к ней, если мы не понимаем? Вначале мы должны понять и осознать суть и нашу цель, к чему мы стремимся. И поэтому гуру вайшнавы, они помогают нам понять нашу высшую цель. И мы должны стремиться к ней. Мы будем чувствовать вдохновение, иначе, если нет вдохновения, то как мы можем делать что-то? И вот суть в том, много сад-шастра значит те, кто совершенные, с помощью чего мы можем обрести совершенное руководство сад-шастра, подлинные истинные шастры, которые ведут нас в правильном направлении. Это зовется сад-шастра, и если это сад-шастра обманывает нас, то это не шастра. Есть много шастр. Мусульмане думают, что Коран их шастра, христиане то, что Библия. И в нашей Индии, Бхарате много шастр. И Шанкар Сампрадая говорит, что это наша шастра, буддисты говорят, там вот это какая-то ихняя шастра, и все в замешательстве, они не понимают. А сад-шастра значит, с помощью которой мы получим полное руководство, с помощью которого мы можем обрести высшую цель. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит в Гите, Арджуна говорит, что делать, и как я могу понять, что нужно делать, что не нужно. И Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне, о Арджуна, что нужно, что не нужно делать, все описывается в шастрах.
и с помощью Гуру Вайшнавов мы получим суть шастра, и в соответствии с этим мы будем что-то делать. И вот в соответствии с шастрой мы должны вести себя. Но если мы не понимаем шастру, мы должны следовать чистому Гуру Вайшнавам. И вот в прошлый раз я говорил о Баладеве, о прославлении Баладеву, изначальной Гуру Таттве. Если я не смогу понять изначально Гуру Таттву, Акар Гуру Таттву, если я не могу понять Акар Гуру Таттву, то тогда я не смогу ничего сделать. Я не смогу начать даже баджан. Если я нахожусь в замешательстве у Гуру Таттвы, Вайшнава Таттве, о том, что такое правильное Гуру Таттва, Вайшнава Таттва, то тогда я не смогу начать баджан. И вот, пока мы находимся в замешательстве Гуру Таттве и Вайшнава Таттве, до тех пор мы не сможем начать Хари Баджан, это невозможно. И вот Акар Гуру Таттва — это Баладев, Шрила Вриндавана Дастакур Махашой, он последний ученик Нитьянанда Баларама. Нитьянанда Баларама — это последнее проявление Бхагавана Шри Кришны или Шри Кришна Чайтани Махапрабху. Нитьянанда Прабху — это первое проявление Гауранги Махапрабху. И он не отличен от Гауранги. И вот в Бхагаватам мы знаем то, что Баладев, он его расселил там. Хотя Вишванатха Чакравати Пад говорит много вещей, я уже обсуждал. И вот Вишванатха Чакравати Пад говорит, Баладев, он избегает расселила Кришны. Вишванатха Чакравати говорит, даже Баладев, он держит себя на безопасном расстоянии. Я имею в виду Расалила Баладева там в Ангате, на Убейгаване, далеко от Гавадхана, если измерить в километрах, это больше, чем, ну, километров 70 или больше даже. Макарадж там был, поклонялся Баладеву, Браджаваси позволяли ему поклоняться Баладеву, который явился из Ямуны. И вот там есть старый храм в Браджаваси. Сказали, чтобы я поклонялся ему. И вот этот Баладев, это его рассолило. И вот Вишванатха Чакравати Пад говорит, даже Баларам Кришна, даже он, смотрите, находится на таком далеком расстоянии от того места, где Расалила Кришна происходит. И вот Баладев защищает честь и достоинство Расалила Кришны, даже так физически он столь далеко находится. Хотя Баладева говорит, что Кришна, он мой Господь. И вот сейчас каждое слово, если буду объяснять подробно, это займет долгое время, чтобы закончить изучать это все читание Бхагавата. Но, по крайней мере, как можно больше я попытаюсь рассказать, как говорится. И вот слушая Шримад Бхагаватам Махапурану, если кто-то не развивает любви к Гуру Таттве, к Баладеву, к Раме, и мы должны понять значение слова «Рама». Рама
На самом деле, значение этого слова «Рама» здесь «Рам» значит «Баларам». Этот «Рам» значит «Сам Кришна». Здесь «Рам» Рама это Баларам, но что я имею в виду? Люди находятся в замешательстве, в Махамантре. Рама это Бхагаван Си Кришна. И вот наш Госвами, Гопал Гуру Госвами, Джива Госвами Пад, Рагунадас Госвами, Бхактивинода Такур. Все они объясняют то, что Радхика вместе с Радхарани. Радхика Рамана. Тот, кто с Радхарани совершает радуется, совершая лилу с Радхарани, он от Радхараман. Вот Махарадж объясняет, тот, кто с Радха совершает лилу Раман, то есть он Радха Раман. А здесь Баларам, значит, что он Рама, он старший брат Кришны. И вот услышав весь Бхагаватам, если вы не понимаете Гуру Татву, я не говорю о Радхаране. И вот услышав Бхагаватам, если вы не поймете Баладев Татву, Гуру Татву, изначально Гуру Татву, и если вы не разовьете любовь к Баладеву, то тогда ваше чтение или слушание Бхагаватам бесполезно. И поэтому, если у вас нет таких близких отношений с Гуру Вайшнавами, тогда те, кто чисто Гуру Вайшнава, и те, кто И вот если мы не разовьем таких чистых, возвышенных отношений с Гуру Вайшнавами, то другие будут, Вайшнавы имеется в виду, будут избегать нас. Как вот пример, Рамачандра Пури критиковал Гуру Вайшнавов. И вот Рамачандра Пури, он находил недостатки и давал указания своему Гурудеву, как он смел, это оскорбительно. И он давал советы своему Гурудеву, и поэтому он был отвергнут своим гуру Мадхавендра Пурипадом. Мадхавендра Пурипад практически сказал ему, как, сказал, чего ж ты плачешь, ты Брахма. Тогда Мадхавендра Пурипад очень разгневался, поскольку первое Мадхавендра Пурипад плакал из-за Випралам Прабхавы, из-за того, что не обретал, не мог обрести Кришну, хотел встретиться с Кришной, и в то же самое время этот глупый ученик давал совет ему. И тогда Мадхавендра Пурипад сказал своему ученику Рамачандре Пури, уходи отсюда, не хочу видеть твоего лица. И вот он сказал так, уходи отсюда. Если увижу твое лицо, я... И вот Рамачандра Пури был так отвергнут своим Гурудевом. Из-за этой причины чистый Гуру Вайшнава никогда не общались с ним.
И вот Валлабхачарья, великий преданный, я расскажу о нем. И вот он выразил ложное эго. Когда он совершил оскорбление в адрес Шридас Госвами Пада, великого комментатора Махапрабху, разгневался и сказал, что ты не следуешь Шридас Госвами Пада. И вот как жена, которая не слушается мужа, она подобна проститутке. И вот Махапрабху отверг его. Махапрабху не действовал как гуру, хотя мы знаем, что он сам Кришна. Мы знаем, что сочетание Махапрабху — это сам Шри Кришна. Но все же он действует как гуру. Он действует как гуру, что нужно делать, что не нужно, он все показывает своим примером. И вот Махапрабху, он очень разгневался. Когда Махапрабху отверг Валлабхачарью, никто не выражал почтение ему. И вот когда Махапрабху отверг его, никакие вайшнавы не избегали его также, не разговаривали с ним. Он был оскорбителем. Адвайта Гасай, Нитинанда, Гададхара Пандит, все они избегали его. Я также, если вижу какой-то оскорбитель, я избегаю их. И сейчас, если мы посмотрим на весь мир, он был один из самых знающих. Он уважал меня как Шикшагу, но я избегал его. И вот он как-то приходил ко мне, мы совершали служение, но когда я узнал, что он совершил оскорбление, Гурудев отверг его. И вот когда тот преданный совершил оскорбление, а Гурудев отверг его, я тоже перестал с ним разговаривать. Я видел внутри храма Джаганнатха. Я совершал парикраму, я видел, я как-то прошел мимо незаметно. И сейчас я думаю, он понял. И вот Валлабхачарья, когда он читал комментарий к Бхагаватам, Махапрабху сказал, что я не образован, я не понимаю этого, иди куда-то еще. Вот он хотел свой комментарий ему рассказать. Сказал, что Шридас Госвами Пада комментарий он не может принять, вот свой пишет. Тут он тут пожаловался, что ты иногда пишет такие вещи, которые мы не можем принять. И вот он тут сказал, что написал комментарий на Кришнанам, разные объяснения. Махапрабху сказал, что я не образованный, я только знаю Нанда Нандана, Яшода Нандана.
знаю, вот только я. Вот это я повторяю харинам, и то не всегда успеваю, поэтому иди куда-то в другое место, им рассказывай. И вот, вот он хотел утвердить себя как, как какого-то известного комментатора, но никто не хотел его слушать, поскольку он был оскорбителем, вот он совершил оскорбление в адрес лотосного стоп Шридас Госвами Пада, и в итоге, когда это оскорбление закончилось, так сказать, в общем, он как-то избавился от этого оскорбления, и вот он день и ночь думал, Махапрабху выражал мне почтение, но сейчас почему он не избегает меня, какова причина, и в итоге, по милости Гауранги Махапрабху, он понял, что я пытался утвердиться, прославиться перед Махапрабху. У меня было ложное эго, и поэтому Махапрабху избегал меня. И вот он пришел к Махапрабху, попросил прощения. Я оскорбил Сиддхартха Госвами Паду, пожалуйста, прости меня. И тогда Махапрабху сказал, ты пандит. Ты совершаешь харибаджан. Как это возможно, как вот как можем ожидать, что ты выразишь такое ложное эго? И вот он попросил прощения еще раз, попросил прощения у Шридас Госвами Пады, Махапрабху простил его. И тогда, чтобы подтвердить, что милость Махапрабху, и вот тот пригласил его на просад, и они не согласились. И вот если Махапрабху решил принять просад в его доме, значит, он простил его. И вот Вриндаван Дас Тхакур Махасвами, он утвердил гуру татву, очень важное. И вот он говорит, после изучения всего Бхагаватам, если вы не развиваете огромную любовь в адрес лотосных стоп Баладева, то тогда, несомненно, он, такой человек, отвергнут чистыми гуру Вишнавами. И вот на пути баджана такой человек отвергнут. И сейчас Вриндаван Дас Тхакур Махасвами говорит, и вот если бы мы изучали бенгали, мы бы чувствовали больше наслаждения, слушая эти бенгальские шлоки из читания Бхагавата. Тот, кто не следует Шримад Бхагаватам Махапуране, тот, кто выражает неуважение Шримад Бхагаватам Махапуране, он подобен Явану, мусульманин. И вот те, кто отвергаются Бхагаватам, не выражают почтения Бхагаватам, тот, кто не может понять значение и значимость Бхагаватам, Бхагаватам значит
это сам Бхагаван. Бхагавата значит сам Бхагаван. О Шримад Бхагаватам Махапуране сказано о прославлении. Шукадев Госвами говорит, Сакшат Кришна Эвахи, будьте уверены, что Шримад Бхагаватам Махапурана не отлично от самого Шри Кришны. Это олицетворение Шримад Бхагаватам в звуке. Это звуковое олицетворение Кришны, как в этой шлоке говорится, что в Кали-йогу, в эту Кали-йогу Кришна явится в форме Харинама. И вот там полгода назад перед Гуру Пурнима я объяснял о Шабда Брахме и о Парабрахме во время Гуру Пурнима. И вот Шабда Брахма и Парабрахма не отличны друг от друга. Кто есть Шабда Брахма? И вот что я говорил. И вот этой шлокой я могу доказать, что Шабда Брахма и Парабрахма не отличны друг от друга. И вот если кто-то выражает неуважение Шримад Бхагаватам Махапуране, он подобен Явану, мусульманину. Мусульмане не понимают личностное правление Господа. У них Аллах, он безличный. Сегодня я разговаривал с одним мусульманином, он там стройка занимается. И вот в их Коране так много вещей, что ваши люди не понимают. Я свидетельство привел, чтобы что 200 лет назад была одна версия Корана, сейчас переначали, поменяли. Как вот Падма Пурана, тут какие-то переписчики переписывают в какую свою пользу безличного брахмана. И вот я сказал ему то, что в вашем Коране написано, но сейчас там в новой версии убрали, а и вот какая-то Фатима увидела Кришну какую-то часть секунды. И вот там Мухаммед ни Аллаха, ни Кришну не видел. Он что-то понимал о них, но Фатима увидела Кришну. И вот это яваны здесь, мусульмане имеются в виду. Те, кто игнорирует наставление Писания, что хорошо для нас, что нет. Но если можно посмотреть, то мусульмане делают все наоборот. Если
в индуизме восток благоприятен, нужно лицом на восток спать, головой на восток и еще что-то делать, то у них на запад. Ну и все остальное они тоже наоборот делают. Мусульманы не критикую, они только на наши братья в каком-то смысле, но в соответствии с плодами кармы. Харидас Такур родился в семье мусульман, но ему было оказано максимальное уважение со стороны Махапрабху. Никто из наших гурварги не обрел такого почета, который обрел Харидас Такур, поскольку он намачарья. И вот он был, и вот неважно, кто мусульманин, христианин или еще кто-то, зависит от нашего осознания. Вот зависит от осознания, кто где родился, это не столь важно. Вопрос осознания очень гораздо более важен, если кто-то родился в какой-то мусульманской семье или низкокастовой, это из-за его их предыдущей кармы. И вот если кто-то родился в известной высокой семье, благородной семье из-за своих предыдущих благих действий. Но не следует традициям своей семьи, занимается какой-то ерундой, как в случае с Калапахаром. И вот Калапахар очень известен, очень опасен, опасный был, даже мусульмане не столь опасны. Он был с браманской семьи, происходил с очень высокой браманской семьи, повторил Гайтри и из-за какой-то причины потерял веру. И начал бороться с хиндуизмом. В итоге он присоединился к какому-то мусульманскому царю. Стал с ним как-то сотрудничать, чтобы разрушать храмы хинду. Я его картину видел, изображение видел, как демон. Убивал тысячи браманов, разрушал храмы. Был как Хиранякашипу или как Чингисхан. Не хочу произносить их имена, чтобы не оскверняться, очень много людей убили. И вот в соответствии с самскарами Раммахан Рай тоже стал каким-то негодяем, отец его выгнал, внешне вроде известен в Индии как социальный реформатор, но его отец, его выгнали из дома, умер в Англии, даже не в Индии.
Бхагаван даже не позволил, чтобы он умер в Индии. Очень опасен был. И вот в соответствии с кармой люди рождаются. И где бы мы ни родились. И вот главное то, что мы следовали гуру Вайшнавам. И вот в соответствии с кармой люди могут быть наказаны. И вот Вриндавана Тхакура Махарадж говорит, те, кто не выражают почтение даже с Шримад Бхагаватам Кришне, такие люди будут наказаны Ямараджем. Ямарадж, Бог смерти, он накажет таких людей. Ямарадж ждет. И вот шастры, они подобны нашим глазам. Шастры могут дать нам видение. И вот смотрите. Так он говорит. И вот Вриндаван Дас Такур Махаши говорит. Что сейчас? И вот почему Вриндавана Тхакура Махарадж использует эти слова, очень такие грязные слова, напумс. А, ну вот что-то, что ни мужчина, ни женщина. Какие-то существа среднего пола. Что? И вот Вриндаван Дас Такур Махарадж очень гневается на таких людей, и поэтому время от времени можно, я могу показать в процессе нашего обсуждения, Вриндаван Дас Такур Махарадж говорит, споря, и вот даже услышав так много свидетельств из Писаний, если кто-то не принимает это, я готов ударить такого человека. Вриндаван Дас Такур Махарадж очень милостив, и поэтому может даже такое сделать. Я могу показать великие писатели. Они пишут тома книг, я могу показать. Но не следует Баларам Расе. И вот в Бхагаватам описывается. Но кто-то заявляет, что у него нет никакой расы, но как это, если в Бхагаватам описывается, что она есть?
И вот они игнорируют Баладева, такие люди, которые заявляют, что у них нет расы, что у Баладева нет расы. Но Шрила Прабхупад много раз говорил, то, что хотя Баладев, он изначально гуру татва, пытайтесь помнить, хотя Баладев, он изначально гуру татва, мы знаем, но мы не должны забывать, что Баладев, он изначально проявление Кришны, и в то же самое время не отлично от Кришны, и оба они совершают лилу внутри Вриндавана. И у них есть право носить перо павлина на голове, совершать расалилу. И Шрила Прабхупад говорит, хотя мы знаем, что Баладев, он изначально гуру татва, севак Бхагаван, но все же мы не должны забывать, что Баладев, хотя он изначально гуру татва, все же в то же самое время он имеет право принимать служение. Все, что я хочу сказать, Шрила Прабхупад говорит, что хотя Баладев, он севак татва, и в то же самое время севья татва. Пытайтесь понять. Шрила Прабхупад говорит, хотя мы знаем, что Баладев, он изначально севак татва, и в то же самое время только и только о Балараме, все другие проявления. О Баладеве Шрила Прабхупад говорит, хотя мы знаем, что он севак татва, гуру татва, но все же мы не должны забывать, что он также севья татва, как Кришна. Я могу показать множество шлок из Бхагаватам, и там говорится, Баладев, он ему служит, даже Бхагаван Шри Кришна служит Балараму. Даже Бхагаван Шри Кришна, не только Баларам, но то, что Баларам служит Кришне, это естественно, но и Кришна, он иногда служит Балараме, он массирует его стопы, например, сам Кришна. И вот Шрила Прабхупад говорит, хотя мы знаем, что Баладев — это севак татва, мы не должны забывать, что Баладев — он севья татва. И вот если мы выражаем неуважение и разнообразию лил Баладева, это значит, что мы склоняемся к безличному Брахме. Шрила Прабхупад говорит, если мы выражаем неуважение или игнорируем разнообразие лил Баладева, и вот если мы выражаем такое неуважение, мы не принимаем разнообразие лил Баладева, то тогда мы, получается, что мы имперсоналисты. Имперсоналисты, значит, что значит имперсоналисты? Брама, он клип-линга, такой нейтральный, средний пол. Не он и не она, и поэтому Вриндава настолько махаршу, настолько разумен. И вот хотя и те, кто танцует, но те, кто среднего пола, они на полуса, они такие люди, вот они эти имперсоналисты. Которые не выражают почти ни разнообразию лил Баларама. Поскольку они хотят слиться с безличным Браманом,
И вот такие люди не видят, где в Бхагаватам описывается лилы Баларама. Вот если открыть Бхагаватам, Бхагаватам — это наивысшее свидетельство всему. Но такие люди игнорируют Шримад Бхагаватам и совершают баджан без личного брахмы. Вриндаванда Стакова Махашой говорит, если таким людям показать свидетельство из Писания, смотрите, здесь описывается. То все же такие люди не принимают, или они неправильно, но привратно все это понимают, очень такое глубинное значение. Хотя внешне вроде понятно, но внутреннее значение это не столь понятно, как кажется. И вот здесь вопрос намапарадхи возникает. Намапарадха очень опасно, если мы совершаем севапарадху. Это как бы не столь страшно, если мы совершаем намапарадху или вайшнавапарадху, это гораздо хуже. И вот мы должны... Еще бывают люди, которые видят, смотрят в книгу, видят фигу. То, что написано одно, они понимают совершенно по-другому. И вот если кто-то объясняет шасту, например, мы слушаем харикатху от какого-то ачарьи, например, слушаем харикатху от какого-то ачарьи. Если мы посмотрим, что этот человек объясняет все неправильно, как Харинам Махамантра объясняет совершенно по-другому. И в этом случае те, кто слушает, они тоже будут наказаны. Те ачарьи, которые говорят, объясняют неправильно, и те, кто слушают, они все будут наказаны. Например, я сижу на собрании, и передо мной какой-то ачарья говорит неправильную сиддханту. Если я не возражаю, не оспариваю, что это неправильно, если просто молчу, то я буду наказан. Почему я не хожу ни на какие собрания? Я лет 5 назад однажды пошел на собрание, но с тех пор не хожу. Поскольку передо мной
если какой-то ачарья скажет что-то неправильно, если не, не оспорю, не опровергну его неправильное утверждение, то это будет оскорбительно с моей стороны, поэтому меня боятся и не приглашают, но я не хожу. Как в случае с Вамана Госвами Махараджа, Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж. На собрании он слушал, он был председателем собрания. И вот он так председательствовал. И кажется, все саньяси говорили харикатху. Один сказал неправильную сиддханту. Ваман Госвами Махарадж все запомнил. И сказал, что вот этот Махарадж сказал неправильно относительно этого, тот Махарадж неправильно относительно того, этот тоже что-то там неправильно сказал относительно нама-татвы. И вот он все это помнил, и кто что неправильно сказал и опровергал в конце, после того, как все закончили говорить. И Ваман Махарадж очень умен, он имел прекрасную память и все вот опровергал, все, что неправильно было сказано в процессе всего собрания. Он все это опровергал в конце. И вот Ваман Махарадж один за одним говорил харикатху, и каждый, ну, в общем, все опровергал, то, что было сказано неправильно. И вот те, кто говорили это, не слушали и понимали свои ошибки. А вот так он как бы никого не оскорбил и всех поправил. Даже его собственные братья в Боге. Они говорили что-то неправильно, он их прямо не оскорблял. Но потом, хотя тут как бы оскорбление слишком такое размытое. Если сказать кому-то, что он в чем-то конкретно не прав, а просто как бы это не грубо дело, а вежливо, что тут не обижался. И вот день за днем я отвечаю на различные письма. Если вы будете читать эти письма и ответы, которые я пишу, и люди пишут какие-то вопросы, я понимаю, находясь за тысячи миль, я понимаю, что они делают что-то неправильно, и пытаюсь им помочь. Кто-то думает, что совершает гуру севу, но я уверен, что такие люди делают неправильно, и когда даю наставление им, не все могут принять это, поскольку я хочу помочь и спасти им. И вот они хотят совершать гуру севу, как там от себя. Но я знаю, что это не гуру сева, они делают что-то наоборот. И если я пытаюсь исправить, они гневаются на меня. А я вот понимаю их слова, их письма. Я понимаю, что они делают что-то неправильно. Если я хочу исправить их, то если они следуют, они могут выжить, иначе нет. Поскольку на обусловление души не имеют свободную волю, они хотят делать такую севу, которая проста для них. Но мы
какое-то служение простое. А когда какая-то сложная сева, то мало кто способен ее совершать. Я знаю их настроение. И вот так и бывает. Я говорю, идите туда делать то-то, они делают что-то другое. Поскольку если они будут следовать мне, то не смогут обрести пратишти. Полное самопредание очень редко можно встретить в ком-то только в таких великих душах, как Шрила Вамана Госвами Махарадж. И полное самопредание — это не так просто, как кажется. Это не какая-то ложная философия. Тот, кто полностью предан, его действия, его слова, все может доказать, что он полностью предан. Все. Его настроение и все остальное это показывает, что он полностью предан. А глупые люди не могут этого понять. И таким образом, какие-то грешники, они даже увидев шастра, даже если им показать свидетельство из Писания, они не принимают. Или если не принимают, то как можно помочь? И вот я думаю, как объяснить то или иное, чтобы вы поняли. Я всем сердцем хочу помочь вам понять, но как это понять, нужно возвыситься до определенного уровня, да, оттуда уже будет видно, что и что. И вот кто-то что-то написал, это было неправильно, я переписывал. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне: «О, Арджуна, мы должны следовать наставлениям Писания, что делать, что не делать». Но, естественно, наставления Писания приходят через гуру вайшнавов, поскольку если сами вы будете изучать Писание, то есть риск понять их превратно, и вот что делать, что не делать, мы должны консультироваться с Писаниями. И вот если мы примем значение шастры, если мы готовы принять значение шастры, но неправильно в соответствии с нашими превратным пониманием, например, Гуру Махарадж что-то написал. Мне нужно объяснить то, что написал кому-то. У меня нет права объяснять
значение его послания, если я не предан ему на 100%. Это не вопрос пратишти, это вопрос выживания. Если кто-то не понимает то, что написал Шрила Прабхупада, или не понимает то, что написал Бхактивинода Тхакур или Гуру Махарадж, то кто? Я, чтобы объяснить это. И первый вопрос, кто я, чтобы... Если я полностью предан лотосным стопам Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, то тогда и только тогда я пойму значение того, что написал Шрила Прабхупада, иначе нет. Если я не предан, например, на 50% или на 30%. И вот кто-то совершал киртан, и Шрила Бхактивинода Тхакура Госвами Махарадж очень разгневался из-за того, что эти люди поменяли слова в киртане. Зачем? Но у нас нет права менять какие-то слова, даже точки, запятые. В то, что дали нам махаджаны, это должно так и быть. Нет, не нужно что-то менять в их словах, в их киртанах. Если мы находимся в полной гармонии с Шрилой Прабхупадой, тогда мы поймем то, что Шрила Прабхупад, он хотел сказать нам, и что говорить о мне, даже Санатан Госвами Пад. Великий Санатан Госвами Пад, он плачет перед Кришной и Гопи Радхарани. Я не понимаю, что вы хотите сказать. Я уже объяснил во время видения в Расалилу. Санатан Госвами плачет и говорит: о Гопи, я не понимаю, что вы имеете в виду, что вы хотите сказать, что Кришна хочет сказать Гопи, что Гопи хочет сказать Кришна. Я вот не понимаю, что они хотят сказать. И как я могу обрести как я могу войти на этот сокровенный путь? Вначале мы должны предаться Кришне и Гопи, чтобы они позволили нам понять. И после этого Санатана Госвами Пад начал писать комментарии, не перед этим. Санатан Госвами подумал, кто я? У меня нет доступа в эту Бхаву Гопи. О Гопи Радхарани, пожалуйста, позвольте мне понять, что это. Рупа Госвами также, вы смотрите, в Бхакти Расамрита Синдху говорится, в первой шлоке, Бхакти Расамрита Синдху, Рупа Госвами Пад говорит: я падшая душа, как я могу писать такие возвышенные комментарии? Я падший, недостойный. Как я могу писать комментарии к Бхакти Расамрита Синдху? Кто я? Рупа Госвами Пад говорит. И вот если Рупа Госвами Пад пишет, говорит так и Санатана Госвами и Бхактивинода Тхакура, и вот все остальные, то кто я, чтобы выражать ложные, говоря, что я все понимаю? Мы должны делать все со смирением. Если Шрила Прабхупад благословит меня, и вот если кто-то не находится в гармонии с Гурупад Падмой, он сможет совершить ошибку.
И поэтому я не позволяю никому, обычным людям, переводить книги, поскольку много ошибок совершают в процессе. Только те, чьи сердца находятся в гармонии с Гуру Вайшнавами, они могут понять. И вот я могу показать вам знаменитый писатель, множество книг написал. И вот его Пракашананди, Прабхутананди тоже вот, он писал все неправильно. Ну что же делать? И вот Вриндавадаста Курмахасу хотел сказать, он хотел спасти нас, то, что мы Бхагавана Шри Кришна Чайтанья — это Баларам. Сердце Гауранги — это Нитьянанда. Там Киртани Нитер Чарнасоти Тахарусова Канити. Здесь говорится, что лотосные стопы Нитьянанды вечны, и те вечные слуги Нитьянанды, у них есть вечное место. У лотосных стоп Нитьянанды, если мы критикуем каких-то вайшнавов, мы будем наказаны. Я приводил пример, как если молоко и вот если в молоко попадет хотя бы капля вина, то оно оскверниться, что говорить о том, чтобы делать что-то с этого молока, даже это даже вот Бхагаватам говорится, что даже емкость, в которую вино попало, она уже непригодна для использования, ее невозможно отмыть. И те бутылки из-под вина, если даже их помыть Гангу или водой из места слияния трех священных рек, то оно все равно осквернено, осквернено остается.
И вот если кто-то совершил вайшнава-парадху, то все заслуги такого человека аннулируются. Вот список приводится Айушри. И вот если совершу оскорбление в адрес лотосных стоп Гурупад Падме Нитьянады Прабху Гуранге, то тогда мы не получим места нигде. Thank you.